20 июня 2023 года. Поднял с дна Байкала гамарусов. Но вот они как-то не очень хорошо себя чувствуют на поверхности. Ну вот, вот это вот у нас эндемики местные. Такие вот тараканчики. Под водой их полно. Вот. Ну, местные их не кушают. Говорят, что здесь одна сплошная кость у них. Вот он такой. Глазки у него. В общем, сейчас их надо будет, конечно, отпустить, потому что на солнышке они долго не проживут. Видимость под водой 20 метров, наверное. Ну вот. Баллончики тут разбираем, и сейчас их унесут на зарядку. А вот это с этого причала мы ныряли, в смысле не с него, а на него мы клали ласты. Ну, вот так вот с берега заходили. Под водой тут машина, колокол, всякие конструкции. А сам дайв-центр находится там. Дайв-центр портовый. Вон там люди в костюмах ходят. Ну, сейчас я тоже разберу снаряжение. И будем готовиться ко второму погружению. Где-то 500 метров отъедем на машине в сторонку. Вот, и там, говорят, стеночка, еще что-то. Сегодня 20 июня 2023 года. Вот. Байкал, Листвянка. В общем, перерыв между погружениями.